Всем привет! Сегодня едем на рыбалку, и вновь на Десну, и вновь охотиться за судаком. Дело в том, что прогнозы на следующую неделю таковы, что будет достаточно большой минус, и интуиция мне подсказывает, что это последняя рыбалка в этом году по открытой воде. Со мной на рыбалку едет Андрей. И наша команда в данном случае будет достаточно мобильна, потому что у нас будет лодка, мотор, и мы постараемся в этот день и следующий, то что мы планируем поехать на рыбалку на 2 дня, обловить максимально возможное количество перспективных мест, где держится этот хищник. Клев судака сейчас пошел на спад, и все же у нас есть надежда, что нам удастся выхватить достаточно крупных несколько хотя бы экземпляров. Сейчас за мной заезжает Андрей. Мы грузимся и уезжаем на рыбалку. Он чувствует, едет, наверное. Ну, вот, наконец-то едет мой напарник. Привет. Здравствуйте. Вот и по-зимнему. 20 минут не хотели мне заливать бензин в бак. Да что? Сказали, пластмассовая тара. Я говорю, это не пластмассовая тара, это бак для бензина. Давайте книгу жалобу. Говорят, сказали, с лодкой можно заливать, без лодки нельзя. Открываю, говорю, вот у меня лодка в салоне. Сапоги выпадают. Ну, у меня с дырчиком тоже проблемы частые. Я когда в скутер надо залить, в скутер заливаешь, а в канистру отдельно не получается. Я открываю, там сапоги выпадают. Она смеется, вот лодка, накачивать ее или нет? Это же нету статического. 100. Так, масло заливаем в бензин. Алхимик Андрюха. Ну, а ты заводишь. Заводишь. Ну, за рыбалку. Так, мы загрузились уже. Вон наша лодка, мотор. Чудик. Ну что, погнали. Прибыли на место. Туман. Возле берега лед. Ну, пока соберемся, я думаю, уже туман рассеется. Мой компаньон.
Андреем приняли решение подняться по реке километров 10 и обловить максимально удаленные перспективные участки реки. Авось повезет. В скором времени у Андрея произошла едва заметная поклевка, но рыбка сошла, мы ее не успели разглядеть. Обловили несколько перспективных участков, и там судака не оказалось, по крайней мере, не было поклевок. Глубины 5, 6, 7 метров, поклевок не было. Сейчас смещаемся еще ниже по течению, там глубина до 9 метров, будем пробовать ловить там. А, забыл, у Андрея была одна поклевка. Он тянул, скорее всего, не крупный судачок, дотащил до лодки, и мы его не увидели, он сошел уже недалеко от лодки. Так что вот так. У меня не было ни единой поклевки. Смещаемся дальше, ищем рыбу. Небольшой перекус. На морском дне костерчик, лодочка. Это непонятно, то ли коллеги, то ли хапуги, но я думаю, скорее всего, второе. Это или как сетку выставляли. Пришлось полбака бензина вылить, чтобы зажечь костер. Чем только не пожертвуешь, да, Андрюх? Ну, конечно. После небольшого перекуса вновь приступаем к рыбалке. В этот раз повезло Андрею. Первый, да? Ну да, хороший опыт. Вновь отправляемся на поиски. На новом месте удача вновь улыбнулась напарнику. Андрею удалось поймать судака весом чуть более 1 килограмма. Вскоре выяснилось, что судак во время атаки забагрился о крючок приманки и во время вываживания заставил нас понервничать. Закончился рыболовный день, едем на дачу к Женьке. Мне зацепилось
целый день не удалось ни одного экземпляра поймать и даже не увидеть ни единой поклевки. Андрюша реализовал две поклевки. Одного небольшого судочка и одного такого за килограмм. Расскажи, Андрюха, как ты подсек его, как она забилась? Забилась. Как можно начать рыбачить, если каждая рыбалка ни одной поклевки? Конечно. Не, ну что, ты просто одно заявление. Они меня все вывозят, когда не клюют. Так ничего себе, результат же есть? Ну, результат есть. Доволен? Можно было лучше. Есть к чему стремиться. Я думаю, сегодня вечером ты будешь стремиться. Сегодня Андрюха задумал план Б. Это костюм, ружье и будет нырять стрелять рыбу. Температура воды где-то около 4 градусов. 32. Рабочая глубина сколько будет? 32 градуса. 6-7 метров рабочая глубина на фарватере. Так что я, честно говоря, даже не знаю, как эти люди называются. Другими словами, как подводные охотники. Приехали на дачу. Сейчас, подожди, надо поздороваться. Где там хозяин? Хозяина нема, волка. Ах, негодяй. Хата натоплена. Вовчик, привет. Что за видео? Я тебе хотел сказать, где хозяин? Привет, Женька. Привет. Ну что, взяли что-нибудь? Я с ни одной поклевки, а Андрюха... Случайно, в общем, один как-то сам прицепился маленький, а второй за пузо поймал, такой за килограмм. Что, судак? Да. Он первый раз на судака, это ж, ну тут понятно все. А, тогда говорит, что нет. Поедет сейчас нырять. Куда? В Десну. Сумасшедший, там позамерзало так. Женька на лоб. Покажи. Да небольшая, но... По нынешним временам. Но злющий. С этим яцеником. Так там, может, и душки нема. Ну, кило 800 есть. 2,5 мы здесь рисовали. Кило 800 нема, но 2 есть, да? Красиво, щучка класс. Сейчас принципиально подкинем. Ну, я думаю, что тут ровная душечка. Я думаю, что здесь кило 800. Ты сколько? Я? Да. Кило 850. А ну кто зрячим у нас тут что-то? 2,7. 2 килограмма. 739. 7 грамм. Андрюха готовится к заныриванию. Готовим рыбацкое ухо. Поставили воду, картошку крупно нарезали, морковь. Потом все это закипит, специи, соль, ну и рыба, конечно. Бросил специи, лучок, лаврушку, потом раздавил чеснок, вместе с шелухой бросаем. Закипит. Будем бросать рыбу. Ну что она? Пока ничего. По соли нормально? На, попробуй, брат. Ничего, пойдет. Не ловит ничего. После неважной спиннинговой рыбалки и пролетной подводной охоты у Андрея, мы с ним решили не оставаться на второй день, а отправиться домой. Женьку поблагодарили за теплый прием, попрощались с друзьями, собрали вещи и отправились в дорогу.